Более 70 иностранцев попали в аварию в Кызылординской области. Госпитализированы 2 человека. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину на трассе Самара-Шымкент возле поселка Сазда Аральского района. По данным департамента полиции, граждане Таджикистана направлялись из Перми в Душанбе. Спасательные службы оказали пострадавшим всю необходимую помощь. По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда. По факту начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Дорожные полицейские предупреждают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях. На месте происшествия работали 13 сотрудников полиции, 6 сотрудников ДЧС, 6 сотрудников бригады скорой помощи. Всего было задействовано 7 единиц автотехники. Благодаря оперативным и слаженным действиям работников полиции, спасателей и медиков оказана необходимая экстренная помощь. Пассажиры автобуса никаких телесных повреждений не получили. Они доставлены и размещены в пункты придорожного сервиса, где им было предоставлено горячее питание. В настоящее время полицейские принимают все меры по отправке пассажиров к местам их следования.